Приветствую всех подписчиков и пользователей моего канала, с вами интересный канал. Представляю на обзоре монету Южноафриканской Республики 2 цента 1970 года. Это монета периода 1970-1990 годы. ЮАР находится на самом юге африканского континента, ее называют страной двух океанов. С запада ЮАР омывает Атлантический океан, а с востока Индийский. У ЮАР три столицы: административная Претория, законодательная Кейптаун и судебная Блумфонтейн. Давайте рассмотрим монету. Перед нами аверс. Художник аверса Томас Сасен. На аверсе изображен герб Южноафриканской Республики, который был основан в 1910 году, и он был гербом ЮАР до 2000 года. Герб представлен в виде щита, разделенного на 4 части, причем средняя параллельная волнистая линия символизирует оранжевую реку, одна из основных и самых длинных рек ЮАР. И по этой реке проходит частично граница ЮАР с Намибией. В верхней левой части щита изображен аллегорический образ женщины с якорем, представляющий мыс Доброй Надежды. Правее изображены две антилопы гну, символизирующие провинцию Наталь. Слева внизу апельсиновое дерево, представляющее свободное оранжевое государство. Правее походная повозка Трансвааля, бычья упряжь. Щит с двух сторон поддерживает два животных. С одной стороны антилопа спрингбок, это одно из национальных животных Южноафриканской Республики. С другой стороны антилопа арикас. Из-за того, что это животное стало редко встречаться в ЮАР, оно взято под охрану. Основой для щита и животных является земля, поросшая двумя видами цветка протеи. Протея – это одно из национальных растений ЮАР. Ниже под гербом лента с национальным девизом «Сила в единстве». Над гербом изображен лев с четырьмя стрелами в лапе, символизирующих Южноафриканский союз и его единство. Вверху изображен шатер. Левий шатер – это наследие Великобритании. С двух сторон монеты по краям надпись «Южная Африка» на двух языках – африкас и английском. Давайте посмотрим реверс монеты. Перед нами реверс монеты. Ориентация монеты медальная, соотношение между аверсом и реверсом 0 градусов. Художник реверса Ян Ван Зил. На реверсе изображена антилопа гну, это крупное копытное африканское животное. В Южноафриканской Республике водится пятнистая или полосатая антилопа, которую еще называют голубой гну. Особенность этой антилопы – голубовато-сероватой окраски тела. Ниже изображен номинал цифрой 2 и ниже над буква С – центы. Монета сделана из бронзы, ее диаметр 22,45 мм, толщина 1,71 мм, гурт рубчатый, вес 4 грамма. Цена монеты зависит от состояния монеты. Тираж монеты 35 217 000 штук, в состоянии пруф 10 000 экземпляров. Цена от около 5-7 гривен, в состоянии пруф будет, конечно, подороже. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!